Вот так-то, дружище. Много лет я скитаюсь по свету и уже устал от одиночества. Но ни в одном краю мне не хотелось остаться насовсем. Я видел много разных народов. Они затевают войны из-за пустяков, из-за клочка земли, и сами же губят эту землю, истребляя на ней все живое. Никому из них нельзя доверять. Все они лживы и жестоки. Не то что вы, звери. Я слышу звуки боя. Подходите ближе, ублюдки! Или вы боитесь топора Могрина? Держись, незнакомец! Я иду на помощь! Мерзкие трусы! Ранен в живот, задеты внутренности. Здесь я бессилен. Знаю. Это была бы славная смерть, если бы не задание. Задание? Я должен был доставить важное донесение моему вождю. Но теперь я не справился. Это бесчестье. Твоя честь будет спасена, почтенный. Я доставлю твое донесение. Акамагош, воин, благодарю тебя. Иди в город Агримар. Найди вождя Трала. Скажи ему... Прощай, храбрый воин. Пусть попутные ветры унесут твою душу в царство предков. Что ж, похоже, нам вновь предстоит столкнуться с цивилизацией. Идем. Естественно. Конечно. Я всегда один. И верно. Конечно. Учуял. Взять их. Говори, друг. Конечно. И верно. В бой. Я читаю следы. Естественно. И верно. Естественно. Учуял. Ты похож на огра, полукровка. Зачем ты пришел сюда? Мне надо встретиться с вашим вождем. Надолго я не задержусь. Конечно. И верно. Я всегда один. И верно. Город воинов. Давненько я не бывал в таких местах. Держись рядом, дружище. Крепите прочнее. Еще один ураган, и все крыши сорвет начисто.
Да, вождь. Подожди, вождь. Я должен тебе кое-что передать. Где ты это взял? И где Могрин? Могрин пал в бою. Перед смертью он просил меня доставить тебе это донесение. Кто ты, воин? Я Рексар, последний из Мокнатала. Мокнатал! О народе, в чьих жилах течет кровь орков и огров, слагают легенды. Я рад нашей встрече. Добро пожаловать в Доротар, первое королевство орков. Оставайся здесь, ты заслужил отдых. Наверное, я и впрямь слишком долго странствовал. Благодарю тебя, Трал, но я не привык быть нахлебником. Укажи мне, что я должен делать, и я честно отработаю свой хлеб. Что ж, в нашем королевстве найдется дело для каждого. И многим здесь понадобится твоя помощь. Поговори с моими воинами, они расскажут тебе, что к чему. Знакомься, это Рохан из племени Черное Копье, один из моих лучших разведчиков. Здорово, приятель! Говори, друг. Естественно. Я всегда один. И верно. Что нас ждет? Вижу, ты из Мокнатала, а я Дректар. Давным-давно мне доводилось драться бок о бок с твоими предками. Да. Может, поможешь мне? Простое дело. Нужно сбегать в долину грома и принести оттуда звездолист. Видишь ли, я как раз готовлю эликсир для наших воинов, и без этой травы мне ну никак не обойтись. Я бы и сам собрал ее, но есть тут одна проблема. Гигантские ящерицы, которые водятся в этой долине, в последнее время ведут себя довольно странно. Сам увидишь. Если принесешь 6 пучков звездолиста, получишь награду. Говори, друг. Естественно. Конечно. Я всегда один. Конечно. Взять их. Звери не лгут. Говори, друг. Я всегда один. И верно. Я всегда один. И верно. Коготь и клык. Я всегда один. И верно. Конечно. В бой. Пора на охоту. Звери не лгут. И верно. Я всегда один. Взять их. Я читаю следы. Конечно. Учуял.
Говори, друг. Что нас ждет? Коготь и клык. Пора на охоту. Я читаю следы. И верно. Я всегда один. Учуял. Говори, друг. Я всегда один. Взять их. Что нас ждет? Говори, друг. Естественно. Конечно. Звери не лгут. И верно. Конечно. Я всегда один. Пора на охоту!